Еще надо будет фигуру подтянуть, чтобы все максимально не вываливалось. Прикольно бы было, если бы мы бы еще не хотели танцевать. Было бы прикольно, если бы мы могли бы, да, что-нибудь делать. Ну, я думаю, что это же навык, то можно научиться. Ну, пока у меня же цель, это, естественно, шпагат, 100%, то есть, ну, пока что так, а там уже можно... Ну, надо прям полностью растягивать тело, ну, и шпагат, и остальное тоже. Ну, вот я сегодня и спину, ноги не растягиваю. Чтобы красиво можно... делать. А потом можно на полдэнс, там, на мастер-пластик куда-нибудь ходить. А уже в этих самых стрит-стрит шпагатах. А у тебя 33 шпагата было, абонемент? Да. Что тебе сестра у меня прижала? Почему не может? Как-то. Она же мне на Новый год кинула. Кинула? Ну, в смысле, мы договаривались, что мы 30 числа будем в Екатеринбурге. Угу. Я приехала, забронировала гостиницу нам двоим. Заехала, жду ее, звоню ей вечером. Говорю, ты где? Ну, говорит, я не приеду, мне лень. Типа, ну, ВТФ вообще. Ну, я такого не понимаю. Ну, не то, что обиделась, но у меня просто, не знаю, какое-то несерьезное отношение. Ну, типа, мне это вообще не надо. И как-то... Ну, она поняла, что она косякнула. Ну, она что-то мне писала, но я как-то это... Я-то злопамятная. Даже было 8 лет назад. Да не то, что злопамятная, просто, ну, для себя просто подчеркиваешь, если есть косяки, то тоже все накапливается. Сколько у тебя сейчас подписчиков в Англике? 150.